Надо перестроить регистратор и навигатор.
Так. Репина. Thank you.
общем, дерьмо ты, а не навигатор. Давным-давно его уже здесь нету. Так, Южный парк. Торговый центр Южный парк. Сейчас поищем. Поищи. Подруга. Не, моих суровых.
пойду, сниму денежки. Thank you.
значение 40. В общем, дерьмо ты, а
Не навигатор, давным-давно его уже здесь нету. Так, Южный парк. Торговый центр Южный парк. Сейчас поищу. Поищи. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните направо. Ну ладно, подруга. Не, моих суровых. Thank you.
пойду. Сниму денежки. И что-нибудь куплю. Для этого нужно, чтобы переговоры длились аж до декабря. Но все-таки, скорее всего, этого не произойдет. Да, спасибо, Сергей. Держите нас в курсе. На связи со студией был наш корреспондент в Германии Сергей Куротин. Жители центра Европейской России сегодня ожидают умеренно теплый день и умеренно теплый. Положение определено. Руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Дневная температура 9-11 градусов, ночная 7-9 тепла. Облачно, сказал синоптик. При этом он извинился за скучный прогноз, наводящий тоску, и пообещал, что с понедельника ситуация начнет меняться. Вильфанд уточнил, что теплая ночь связана с ложбиной низкой давления, которая наблюдается в регионе. Официальный курс доллара на выходной понедельник 73 рубля, евро 85 рублей и 68 копеек.
завтра в Санкт-Петербурге без осадков, ночью плюс 5-7, днем 12-14 градусов. В Москве прохладный дождь, ночью 6-8, днем 9-11 тепла. А сейчас в городе плюс 10, давление 741 миллиметр. Всегда сам решаю, кем быть, как работать и как отдыхать. Я путешествую по России на автомобиле. Это лучший способ перезагрузиться и наполниться энергией. А построить идеальный маршрут мне помогает сайт russia.travel. 18 часов 8 минут. Возвращаемся в эфир. У микрофона Евгений Яковлев. И с нами на связи Владимир Сергеенко. И с нами наши слушатели. Я все это время читал новости одним глазом, а другим глазом смотрел, там, что происходит в Германии по выборам. Есть ли что-то такое душераздирающее, пикантное, интересное. И вспомнил принцип Владимира. Скучно. Скучно. Ничего пока что не происходит, но я считаю, для этого нужно понимать Германию и возможно ли фальсификация выборов в Германии. Я этот вопрос задаю порядка 3 месяцев абсолютно разнослойным людям. Социальные слои, политические слои, представителям непосредственно активно работающим в парламенте, то есть действующим в Бундестаге, из разных партий. Возможно ли фальсификация? И меня этот вопрос интересует больше технологически, наверное. Я думаю, что мы хорошо понимаем, что такое фальсифицированные выборы. И во многом, вот смотрите, зачастую об этом нам сообщают западные СМИ, которые супер в этом разбираются. Вопрос, а ведь что, у них там перестали специалисты быть? Или действительно они основываются по хорошей технологии? То есть назначили главных по выборам в России. Эти люди выполняют свою миссию, я так сказал, функцию, и потом начинают их цитировать. Ну так, с такой же технологией назначаем своих, наших 4 человек. Где-нибудь в регионе, в котором 100% будет конфликтная ситуация, потому что я говорю, что единственное место, где я вижу конфликт, это Саксония, единственное место на самом деле. Все остальное спокойно, скучно, нет страстей, а в Саксонии страсти есть по многим причинам. И в этом заслуга большая Меркель, потому что я считаю, специфика жанра взаимоотношения политической жизни в Саксонии, она выходит за рамки типичного текущей политической жизни Германии. Это началось с момента покушения на депутата Бундестага в альтернативе для Германии во время одной демонстрации, это было пару лет назад. Я считаю, что там это не началось все. То есть, когда специфически освещаются вообще определенные события внутри страны, и то, как ты это видел, как происходило, я считаю, что достойно и абсолютно справедливо, тогда первый раз услышал я эти массовые скандирующие упреки в сторону Меркель, лживая пресса. Это перевес немецкого. Лживая пресса, лживая пресса. Почему? Ну, не лживый канцлер скандировали, а вот почему канцлеру кричали лживая пресса? Потому что освещение определенных событий, трагических, оно было несправедливо по отношению к людям. Ну, то есть такие простые обыватели, вот люди, знаете, работа дом, дом работа, многие же так живут. И обвинять этих людей в симпатиях к нацистам, это абсолютно нечестно. Особенно, когда ты знаешь, что люди вообще противно становятся. А вот так вот мейнстрим подстроился, решил тогда не таким способом, скажем, опустить рейтинг альтернативы для Германии, которая подсуетилась и вовремя отреагировала на смерть гражданина Германии. Это была проблема, скажем так, это все еще отголоски миграционной политики. Но смотрите, Меркель не сомневается, что они сильная партия, но потом уж на один сезон могут проиграть. Смотрите, там сейчас мы уже практически на равных. Это вот такое, да мы уверены, это мы же лучше. А по правде говоря, или ведь партия Меркель, она по опросам
любом случае уступает партии социал-демократов. Не 1,5-2%. Блок, который есть, это две партии, ХДС и ХСС. Не забывайте, они пусть и сестринские, пусть они там близнецы партии, пусть они договорились о том, что ХДС не залазит на территорию ХСС, то есть христианские демократы не участвуют и не ведут деятельности на территории Баварии, а Бавария только у себя ведет эту деятельность и ведет на всей Германии. Хитро, правда? Ну, левый, правый, приходите, все в Баварию делать, что хотите. Но вот с этой партией у нас такие договоренности. Но на самом деле это недооценивание ситуации. Напомню, что действующий глава МИДа, баварец, произнес как-то такую фразу. Знаете, когда был правительственный кризис, просто все забыли об этом. А я помню. И он произнес фразу: «Я тебя породил, я тебя из канцлеров сниму». Это мой свободный перевод, но считайте, что он дословный. Потому что он мог выйти из коалиции, потому что он абсолютно не был согласен с Меркель в определенных вопросах, которые в Баварии, которые его делегировала. И он, в принципе, вел эту коалицию с Меркель. И у него был выбор: либо он начнет сейчас пробивать Меркель, либо он останется настоящим баварцем. И в этот момент был виден раскол. Это был немецкий кризис, который лежит, конечно, на плечах Меркель. И не она из него выкручилась. А все-таки очень жестко себя повел, когда представитель КСС Зейхофер, министр внутренних дел. И, в принципе, Германия находилась за шансом того, что правительственная коалиция распалась и были перевыборы. Это говорит о том, почему это, что партия ХДС, ее настоящий процент намного ниже, чем то, что они в блоке с баварцами. Блок с Баварией просто зачастую, знаете, как сервис рассматривается, но это не так есть. Если сильно войти с ними в клинч, Бавария может начать выкручивать политические руки, и это уже было. Не обязательно для этого нужен миграционный кризис, это нужно просто понимать. Они идут вместе, но внутри у них тоже есть напряжение. Вот внутри. Зачастую вот это вот внешняя политика Германии. Мы видим одно внутреннее, но поднял покрывало, там такие руны, такие страсти. Так вот мой опрос. А опросил я, ну, порядка больше 50 людей, притом некоторые вообще не могли, не затруднялись на это что-то ответить. Но, вы знаете, по поводу отсутствия фальсификации в Германии, я выделю два момента. Первый – отсутствие громких скандалов и специалистов, которые этим занимаются. Второй момент – часто слышно, что мол, админ ресурс настолько силен, да-да, админ ресурс, который вот все говорят, что его нет, но он настолько силен, что в принципе его мощность заключается не в том, чтобы выиграла партия Меркель, мол, она админ ресурс. Да, нет, админ ресурс в Германии немного другая вещь. Это значит, что оставить политический мейнстрим у власти. И если ты понимаешь, что такое политический мейнстрим, и у тебя отличается действительно громкий пафос, в отличие от предвыборных программ, а на самом деле партии безликие, лидеры безликие, но Германия, может быть, на этом и стоит, на вот таком типичном бюргере, то тогда получается, что вот этот типичный бюргер, который в Германии существует, а он тоже очень интересный портрет, среднестатистический. Если посмотреть типичный срез тех, кто кандидируется сейчас в Бундестаг, то, как нам коллеги выдали из Шпигеля, то это 125 Михаилов, ну, то есть людей, которые зовут Михаил, 120 Томасов и 99 Андреасов, то есть Миша, Томас и Андрей. Михаил, Томас и Андрей. Это доминирует. Три эракана и одна жасмин. Это интересная статистика, это те, кто кандидируется, пробует попасть в Бундестаг. Опять же, среднестатистический образ – это лысеющий городской европеец лет 50. Так вот, среди этих лысеющих городских европейцев лет 50 среднестатистически – это кандидаты в Бундестаг. Это действительно, я скажу, собирательный образ, но он четко показывает. Если вы посмотрите на ваши Олафа, ну, с точки зрения психодиагностики визуальной, с точки зрения сути, их, как коренных немцев, как людей, которые должны в первую очередь отстаивать интересы Федеративной Республики, а потом уже будет подбраться к Лантеру, воевать или наоборот поддерживать Северный поток 2, вести свою политику убирания, пробовать вывести Германию в себе словно постоянное членство. Мы же время от времени поднимаем этот вопрос.
распределять капитал немецкий так, чтобы бюджет накопления внутри страны не вызывал обиду местного населения, что они платят больше всех в Европе, а у них разбитые дороги. Кому надо, дам адресочек, поезжайте по разбитым дорогам в Германию, не вопрос. А вот что касается вообще забот, которые есть сейчас в Германии, да они у всех одинаковые. И считаться с ними зеленой политики, не партии «Зеленый союз 90-х», так называются они, а именно зеленой политики, так все уже повесточку убрали, на самом деле. Уже все вставили в свои программы какое-то то или иное отражение, навязанное такой вот зеленой политике. В принципе, под страх всемирного катаклизма, под страх изменения климата на Земле, пусть спекулятивно, но тем не менее это важный разговор. Это важно говорить об этом вслух. Это важно, когда вроде невозможно отдохнуть войну, влияет ли китайская промышленность на климат в Европе. Но это важно понимать, но для этого нужно перестать быть подлым конкурентом. А когда мы видим перехват контрактов, то, что подлый конкурент, это мой стало сейчас, да? Подлый конкурент США, перехватив контракт на 66 миллиардов из Австралии долларов, вы знаете, там есть еще нюансы, которые мало говорят, потери Франции намного больше оказывается. Потому что эти деньги должны были инвестировать оборонительную программу на Франции, теперь эти деньги нужно искать на внутреннем рынке. Так не должна была Франция это делать, а теперь Франции придется это где-то не взять. А во Франции желтые жилетки, на самом деле, это вот пенсионная реформа, вспомните, когда первый раз желтые жилеты вышли, они потребовали там увеличение лимита, это были 100 евро на каждого нуждающегося, то есть социально поднять все-таки вот эти минимальные пороги, и желтые жилеты добились этого. Теперь опять будет сокращение, потому что либо в оборонном секторе, либо финансирование оборонного сектора. Вот что сделали американцы. То есть это потеря намного сильнее, чем 66 миллиардов. И ведь у Германии точно такие же процессы. И для меня тогда, что Лашет, что Олаф Шольц, имена для многих неизвестные, но в будущем, ну какая разница, с кем работать, с кем или с другим. Они оба абсолютно спокойные функционеры. Их внутриполитическая, внутривидовая борьба, это кажется острым, если ты фанат какой-то одной стороны. Но если я не фанат, если я даже не болельщик этой стороны, а я понимаю, что мне нужно прагматично подойти, то мне все равно, кто из них победит. Вот так по-честному. Мне не все равно, если оголтелые зеленые придут, которые кричат, что северный... Вот они даже на этой неделе кричали, что если будет возможность, «Северный поток-2» надо закрывать. Ну закрывайте, господи. Я посмотрю, что будет твориться в Германии, если вы закроете. Я имею в виду только экономический аспект, а также, как вчера я сказал, особенность профсоюзного движения, потеря рабочих мест, потому что большой капитал выйдет сразу же при удорожании энергии несколько раз и перейдет в другие страны, потом наверное, будет соседствующий в Евросоюзе, наверное, это вообще может быть вынесено куда-то далеко за периферию вне Евросоюза, то это приведет к обострению борьбы между профсоюзами, конечно же, в первую очередь, и работодателями, то есть акционерными компаниями крупными. И это отразится в очень сильной дестабилизации, любой аналитик это скажет. Поэтому зеленых ограниченно можно держать возле себя, слушать, что они популяризируют, брать эти идеи, вставлять в программу, что и произошло. Что и произошло. И вот продолжаю разговор о том, возможно ли фальсификация или невозможно, и вот я опрашиваю людей. И мне говорят, а у нас специалистов нет. И админ ресурс, понимаете, что это админ ресурс, не конкретно Меркель сняла трубку, кому-то позвонила. Нет, админ ресурс это другая вещь. Она ярко выражена в мейнстримовских СМИ, где действительно Германия внешне политика приходит к такой 100% власти зеленых может быть. А так это поступательное движение, спокойное, монолитное, функционерское в первую очередь вперед. Балансирование между интересами Германии, на самом деле интересы Европы как модель, потому что никто не отказывается от Евросоюза, как от модели существования института государств. И это важный момент. Альтернатива для Германии четко позиционирована. Посмотрим, какая Европа. Может, такая Европа нам нужна, и тогда мы начнем, как Брексит, демократически подходить к тому, что мы должны у народа спросить. Но это все будущее. А в настоящем Евросоюз является незаменимой частью всей этой политики. Доминирование или не доминирование Америки, конечно же, ушло на второй, там, третий, пятый план, очень интересно. Но от Евросоюза не отказывается. А это значит, что все рычаги, которые существуют,
давление через брусья на соседей с помощью своих денег, Германия хочет оставить за собой. А для этого эти деньги нужно иметь. А если нужно эти деньги иметь, то значит политика зеленая должна быть на третьем месте, а не на первом. То есть здесь абсолютно все прагматично. Поэтому Агунд-Ресурс заинтересован в стабильной Германии. Разницы нет, это будут социал-демократы или это будут христианские демократы. Они главное, чтобы были демократами. И главное, именно вот такими спокойными, функционерами, немного облысевшими европейцами лет 50. И это может быть Михаэль, это может быть Томас, это может быть Андреас, ну, по статистике. И вряд ли это будет Аракан или Жасмин. Ну, логику вы, наверное, понимаете. Соответственно, по профессиям тоже очень интересная статистика. Это самая распространенная профессия кандидатов – юристы, бизнесмены, наемные служащие, то есть чиновники. Среди женщин много учителей, также попадаются журналисты, в списках попался машинист поезда. И чтобы немецкий язык вас не пугал, машинист поезда – это локомотив «Фюрер». Так у них это звучит. Строители путей и даже дрессировщик собак. Около 30 медсестер, одна акушерка и 17 домохозяев. Это все, кто хочет попасть в Бундестаг, себя зарегистрировали. И даже есть одна женщина транспортер. Надеюсь, не имеет чемпион. Вот такая статистика по профессии. А вообще, это транспортная компания. Да, в этом отношении у меня как раз нет претензий к вы разбираюсь в этом, еще раз говорю, настолько тонко, настолько деликатно некоторые вещи происходят, что да, вброс просто в некоторых местах он не нужен. Потому что с точки зрения админресурса разницы нету, кто приходит к власти. Это нужно понимать. На этом, в принципе, основана сила. Вы поменяете правительство, возьмите что Францию, что Италию. Посмотрите, сколько раз в Италии менялось правительство. А государство функционирует. Почему? Потому что популисты, приходя к власти на 2-3 дня, на самом деле, они не профессионалы. Они не могут рулить ни в Министерстве финансов, ни в сборе налогов, ни в Министерстве юстиции. Ведь это тяжелейшие вопросы, это тяжелая работа. Груз лежит на чиновников. Вот я на это настаиваю. Когда чиновник хам местного пошива, мы не видим настоящего чиновника, который сидит в бумагах, контролирует создание этих бумаг. Вода есть, тепло есть, мусор вывезли, и знаете, мы не замечаем работу чиновников. Я бы, честно говоря, я бы ввел бы какие-то номинации за положительного чиновника, за организацию местом. Вот не везде же так, как в Москве полностью изменилась система обращения граждан. Это действительно тренд, это мода, этому нужно вот идти за этим просто. И мелкий чиновник, он много же чего держится. И если он хам и считает, что он здесь барин, а все остальные холопы, то он отвратительный чиновник. А если он профессионал, и тогда плевать, кто в политике приходит к власти, главное, чтобы эти профессионалы остались на своих рабочих местах. А у нас это вот зачастую путается. Главное популистским образом прийти к власти, покричать, кто плохой, кто хороший, а где профессионалы. И вот в этом отношении, что Германия, что Италия, что Франция, что Финляндия, держится на профессионализме вот этого мелкого чиновника. Это нужно понимать. Это люди, которые годы занимаются своей профессиональной деятельностью. И если я сейчас разложу вот прям по именам, по фамилиям Министерство финансов Германии, если я разложу сейчас Министерство иностранных дел Германии, то министры приходили, может быть, и уходили, а вот замминистров, они всегда остаются. Они остаются, потому что нужны профессионалы, начальники отделов, они остаются. Ну, когда кто-то прорвался, понятно, он команду с собой забирает. Но начальники отделов и сотрудники, они же не меняются. А это все чиновники. И в этом отношении нестабильность государства – это непоганой метлой сметать всех чиновников. Потому что многие вещи, например, на примере Украины, это было все предсказуемо. Тот состав профессионализма, начиная от уголовной милиции, уголовки, отдел борьбы с бандитизмом. Если ты был русскоговорящий, тебя выгоняли. А на твое место приходил популист-украинец, который толком понятия не имел, что делать и как делать. Главное, что украинская мова у него первая, понимаете, а не второй язык. И в этом отношении смена кадров потом не помогает привоз заграничных специалистов. Из Америки, из Балтии, я сейчас об Украине говорю конкретно, потому что это здорово звучит, когда Кличко говорит, я ничего не понимаю, но я приведу с собой команду профессионалов. Вообще, я в прошлом боксер, и вот моя команда профессионалов, она будет рулить Киеву. У меня простой вопрос к украинским радиослушателям, которые всегда у нас в эфире шлют приветы. Вот. Количество топ дорогих машин уменьшилось у тех, кто занимается там, например, канализацией, там, или дороги строят, они как бы в
своих запросах по стране стали, ответ мне никто не даст. И в этом отношении вот, борьба с коррупцией украинской, кстати, в предвыборной кампании немецкой, я, знаете, как по поисковику иногда задавал вопрос, Украина, Россия, ты смотришь то, что сказал, то есть там речи, программы, ты все это смотришь, но нет Украины там как программы ни у одного политика, все, понятно, будут этим заниматься, когда придет время, но нет, это вообще не то, что не доминирующая, это несуществующая тема на этих выборах была, вот она просто несуществующая, и когда кому-то очень надо было спросить что-то там кандидатов, начиная с первого момента, когда узнали, кто это, и говорят, а Крым чей, то есть, ну, это ж, я считаю, что это провокация, потому что, ну, действительно, бургерам немецким все равно на это дело. Это повод, чтобы начать клевету или, наоборот, антиклевету в прессе. Ну, то есть, травить или не травить, что-то в таком духе. То единодушие всех политиков Германии, извините, опять же, выделяется, даже левые уже не выделяются. Левые вообще скромно, я считаю, провели эту предвыборную кампанию, очень скромно. У них большая перестройка, делюки. Я не считаю, что они выправляют.